На курение не принято обращать внимание. У каждого есть знакомые, которые любят сигареты. И даже если запах табака неприятен, то особого неодобрения эта вредная привычка не вызывает. Многие не задумываются, что каждые 10 секунд от воздействия никотина в мире умирает один человек. День отказа от курения призван указать любителям сигарет на риск, которому они подвергают организм, акцентируя внимание не столько на запрете, сколько на пропаганде преимуществ здорового образа жизни. В канун этой даты в Кашхабской школе номер 1 медицинский лабораторный техник Центральной районной больницы Джульетта Исупова и медсестра-эндокринолог Елена Голодких провели лекцию среди старшеклассников. Значит, по данной Всемирной организации здравоохранения, в мире 90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита. Да, это печальные единицы. И 25% от ишемической болезни сердца. Вы все знаете, что курение приводит к тяжелым заболеваниям. Одна капля никотина может убить за 2 месяца. День отказа от курения имеет глобальную цель – полное избавление человечества от пагубной привычки курить табак. Всероссийское общество здравоохранения хочет, чтобы грядущие поколения были лишены всех болезней, которым приводит никотин. Посмотрите, теперь немного о фактах о табаке. Математики подсчитали, что каждый из нас выкуривает в год 1,5 килограмма табака. Если я не курю, то тот, кто рядом, выкуривает 3 килограмма табака. Если он не курит, то тот следующий выкуривает 4,5 килограмма табака. Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь на 15 минут. Каждые 13 секунд умирает человек от заболевания, вызванные курением. За год это 2,5 миллиона человек.